Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в майнер. Называется Tron Miner. Это инвестиционный проект. Не забываем все, что связано с инвестициями. Какой бы то ни был проект в интернете. Это всегда риск. Сегодня хочу проверить этот майнер на вывод. У меня на балансе одна монета. И вывод здесь на Faucet Pay. Так, сейчас. Давайте нажмем вывод. Так, вывод. Минимальный депозит здесь от 5 трон. Без вложений здесь не дадут вывести. Хоть и бонус дается 1 ГХС. 1 ГХС равно 5 трон. Значит, одна монета у меня. Копейки я выводить не буду. 0,0. Вывод. Вот. Пайт. Вывод придет буквально 1-2 минуты. И вывод поступит. Возвращаясь на домашнюю страничку. Баланс мой обнулился. Так. И вчера я в режиме онлайн выводила шиба. Так. 2495. Монеты пришли на Binance, я выложу 2495 шиба монет. Поступили от 6 августа. Вот, я вчера не показала. Вот. Так. Faucet Pay. Давайте перезагружу. Как я сказала, 1-2 минутки. И монеты приходят. Да, вот они. Так, Tron Miner. Видим, одна монета, 3x, 7 августа. Еще хочу сказать, кто работает с криптомонетами, ну, это, наверное, касается больше новичков. Вывод обычно приходит вот сюда, на домашнюю страничку. Но бывает, вот сюда на депозит кликаете. Если вам там не найти, то просматриваете вот здесь, сами не опускаетесь. И бывает, вывод приходит вот сюда. Вот. Имейте это в виду. А так, ну это редко, но бывает такое. Потому что я как-то раз вывела монеты, искала. И нашла только в депозите. Ну, в принципе, и все. Майнер платит. Всем удачи, всем пока.